Глава Дагестана внес поправки в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Теперь фактически на всей территории республики вводится режим самоизоляции, и выйти из дома просто так уже не получится. О нововведениях и о том, как к ним отнеслись жители столицы, расскажет Хадижа Курбанова. Таких пустых улиц Махачкала не видела давно. С этого дня по республике введен режим самоизоляции. Это значит, что каждый житель республики сможет выйти из дома только в случае крайней необходимости. Это обращение за экстренной медицинской помощью, следование до работы и обратно, выгул домашних животных, вынос мусора, а также поход в продуктовый магазин ближайший. Мы решили узнать, все ли ознакомились с указом главы республики и все ли ему следуют. Не сегодняшнего же, а с 31-го, по-моему, на телефон. Вот с 1 апреля вчера были внесены поправки уже по Республике Дагестан, введен режим самоизоляции. То есть надо сидеть дома, выходить только в случаях крайней необходимости. Ну, да. Как вы относитесь к этой инициативе? Как вы считаете? Я считаю, что бережен, он Бог бережет. 2 недели как у этих внуков ни у кого не было. На работу и домой. То есть все-таки придерживайтесь правил строгих, как надо. Просто у меня в 4 часа дежурство. Ребенок очень-очень сильно скучал, и мне пришлось одолжить ей свои перчатки, свою маску. Так, как по мне, лучше я заболею, чем ребенок. Я приехала с Москвы, оставила работу, приехала сюда, потому что не желаю заболеть. У меня оба дочь, они работают. Они так, что они на работу выходят, а мы дома. Они не приносят, что ли, вирус домой? Среди респондентов оказались и те, кому заболевание кажется и вовсе надуманным. Ну, честно говоря, просто там, по статистике же от других заболеваний больше людей умерло, чем от этой. Мне кажется, просто этот специально панику делают, что люди боялись так. Не знаю даже. А у вас какое мнение? Оно есть, но жуть не огнетает сам народ больше всего, мне кажется. Кроме того, указом главы Республики Дагестан рекомендовано запретить проведение всех массовых мероприятий на территории республики, а также ограничить себя в поездках за пределы региона в туристических или каких-либо других целях. Все эти ограничения продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Хадижа Курбанова, Муса Салгирев, телеканал ННТ, Махачкала.